Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня мы с вами рассмотрим тему, как трудоустроиться медику в Германии. Чтобы успешно пройти процесс трудоустройства в этой стране, нужно соответствовать всем необходимым требованиям. Рассмотрим с вами основные. Это возраст от 18 до 50 лет, наличие медицинского образования, знание немецкого языка, опыт работы на протяжении последних 6 месяцев по специальности. Но тут хочу подчеркнуть, что также есть возможность трудоустройства без опыта работы. Рассмотрим с вами последовательность трудоустройства. Начинаем всегда с учения языка. Для медсестры нужен уровень от А2 до Б1, для врачей от Б2 до С1. Далее апостили документов, их перевод у переводчика, в последующем подготовка самого пакета документов, поиск работодателя, прохождение собеседования, получение приглашения от работодателя, получение и оформление самой визы, языковой экзамен и практика, а после этого апробация. Друзья, кого заинтересовала данная тема, свяжитесь с нами по указанному номеру телефона. На этом все, всем пока!